вас с одними из самых мудрых вложений денег в своей жизни. С помощью программы ⁇ Живи в ритме сильва ⁇ вы постигнете тайну, которая уже открылась миллионам. Тайну о том, как величайшие гении и знаменитые люди достигли больших высот своей жизни благодаря использованию своего разума. Изучив упражнения и методики, овладев ими, вы сможете привнести благоприятные изменения в любые области своей жизни, какие захотите. Приветствую вас. Я Лаура Сильва Кесада, Буду вашим наставником и помогу вам научиться использовать приемы и техники, которые сделают ярче ваше воображение, расширят творческий потенциал, усилит интуицию, улучшат способность решения проблемных ситуаций, сделают вас функционирующим в полную силу, объединившим интуитивные и рациональные стороны своего сознания и позволят осуществить в течение вашей жизни больше желаний. Подобные заявления могут показаться чересчур смелыми, но не для вас. Пройдя данное обучение, вы присоединитесь к другим людям по всему миру, сумевшим извлечь пользу из этой уникальной программы и живущим сейчас более счастливой, здоровой и полноценной жизнью. Метод Сильва – лидер в мире по обучению практического применения мощных упражнений и техник для работы мозга. Мы давно работаем в этой сфере, потому что человечество во все времена страдает от все тех же проблем. Каждый день к нам обращаются люди, у которых проблемы со здоровьем или трудности типа «я не могу оплатить свои счета», «у меня проблемы в отношениях с мужем, женой или кем-то другим важным для меня», «мои дети меня не слушаются», «я не могу похудеть», «я никак не справлюсь со своей болезнью». И куда бы мы ни приехали – в 131 стране, говорящих на 31 языке, проблемы те же. Вы научитесь использовать свой разум таким образом, чтобы быстрее достичь желаемых целей. Метод Сильва быстро распространился по всему миру и пользовался огромным успехом, потому что это первый метод, на практике доказавший свою эффективность и помогающий людям управлять своим разумом и развивать более целенаправленное, творческое и инновационное мышление. Эту прикладную науку ориентации или направления разума, получившую название психоинтеллектика, открыл мой отец Хасасильва. Она позволила миллионам людей лучше управлять своей жизнью и достичь таких вершин развития разума, о которых они раньше не мечтали. И вы, без сомнения, научитесь делать то же. Его открытие сделало очевидным тот факт, что сверхспособности работы разума всего лишь естественный результат обретения контроля над состоянием мозговых волн и их сознательного направления. Миллионы людей во всем мире всех слоев общества получили огромную пользу от этого открытия. Теперь и вы можете получить такую же пользу. Другие, точно так же как и вы, научились сознательно функционировать при более низких частотах мозговых волн. Вы добьетесь этого за считанные часы с помощью упражнений по направлению сознания по программе живи в ритме сильва. Это действительно очень просто, потому что вы делаете это каждый день. снизить частоту мозговых волн действительно очень легко. Вы делаете это каждую ночь, когда засыпаете, а когда просыпаетесь с утром, она снова поднимается. мы немного позже больше поговорим о чистоте колебаний мозговых волн и работе мозга и сознания. Независимые научные исследования показали, что деятельность мозга в диапазоне альфа-волн связана с внутренними уровнями ментального восприятия, спокойствием, отдыхом и расслаблением. Работа в диапазоне альфа-волн связана также с вдохновением, творчеством, ускоренным заживлением, концентрацией, учебной деятельностью и психическими способностями. Научившись осознанно функционировать в более широком диапазоне альфа-волн – вы сможете управлять своим внутренним состоянием, что позволит быстро фокусировать мышление, легко находить решения и ставить ясные цели. Обучение по методу сильва полностью раскрывает секрет манифестации или воплощения желаемого. Наряду с этим вы развиваете и созидаете творческую, интеллектуальную сторону вашей личности. В конечном итоге пробуждаете свое интуитивное психическое восприятие и учитесь получать ценную информацию иным способом, за пределом пяти физических чувств. Такая субъективная работа сознания навсегда изменит вашу жизнь. Ключ к пробуждению гения внутри вас лежит в развитии творческого интуитивного мышления в сочетании с более чувствительным восприятием, что позволит вам действовать наилучшим образом. При этом задействуется весь мозг, вы используете правое и левое полушарие мозга, уровни внутреннего и внешнего сознания, работа в обоих мирах, как в субъективном, так и в объективном. Вы сможете использовать то, чему научитесь в итоге этого развивающего разум обучения. Это поможет вам более эффективно находить решение своих личных и более глобальных проблем. Накопив практический опыт, вы отточите свои новые способности и навыки, внесете позитивные изменения в свое здоровье, личностный рост, эмоциональное благосостояние и процветание. Как вы заметили, данный обучающий курс состоит из 10 дисков. Я рекомендую прослушивать один диск в день и составить для себя 10-дневную программу обучения. Изучите одну или несколько методик на каждом диске, потренируйте их. И заставьте работать на себя. Затем переходите к следующему диску. Убедитесь, что вы прослушиваете все упражнения в порядке, в котором они расположены. Это позволит максимально использовать возможности этого обучающего курса. Дверь в страну ваших возможностей распахивается, но войти в нее можете только вы сами. Прежде чем мы продолжим, я хочу рассказать о своих целях при подготовке этого обучающего курса. Я ставлю перед собой цель донести до каждого из вас, что именно он должен сделать для того, чтобы сегодня изменить свою жизнь, внести позитивные изменения в каждую область своей жизни. Приемы, методики и понятия данного обучающего курса действительно изменят вашу жизнь, когда вы начнете ими пользоваться. Они не будут работать на вас только потому, что вы о них услышите. Вам действительно нужно их применять. Но чтобы применять их, вы должны их понять. И это моя работа. Моя работа состоит в том, чтобы объяснить вам эти приемы, методики и понятия настолько ясно, что вы начнете применять их сегодня. И начнете прямо сегодня вносить изменения к лучшему в свою жизнь. И я знаю, каких изменений вы можете достигнуть. Я знаю, что вы можете создать жизнь по своему замыслу. Я знаю, что вы можете иметь все, что захотите, даже больше. Я знаю это. Я прошла через это. Я испытала это. Просто потому, что мне посчастливилось быть дочерью Хосе Сильва, я стою сегодня перед вами. И я живу замечательной, успешной жизнью. И у меня действительно все это есть. У меня есть замечательная семья, потрясающие дети, чудесный муж, великолепная жизнь. Но такая жизнь не упала с неба. Я научилась создавать такую жизнь. Я научилась думать, верить и вести себя правильно, привлекать то, что мне нужно, притягивать именно те вещи, которые я хотела привлечь в мою жизнь. Это было мое неотъемлемое право по рождению. И иметь все это – ваше неотъемлемое право. И я обещаю дать вам приемы и методы – которые помогут вам достичь желаемых целей. Итак, я хочу спросить вас прямо сейчас. Чего вы хотите добиться в итоге данной программы обучения? Вы можете иметь то, что пожелаете, вы можете сделать то, что хотите сделать, и стать тем, кем захотите. Однако сперва вы должны задать четкие цели. Ваши цели ложатся в основу карты вашей жизни. Это поможет вам быстрее и легче достичь желаемых целей. Очень важно уделить несколько минут продумыванию краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. Это не только запустит процесс, но поможет направить вашу энергию к тем вещам, которые вы хотите манифестировать или, другими словами, воплотить в жизнь. Обязательно запишите свои цели. Составление списка ваших целей гарантирует их воплощение. Это своего рода контракт, который вы заключаете между собой и Вселенной, откуда приходят все вещи. Вы выполняете свою часть контракта, пытаясь в точности достичь заявленных целей с помощью методик, которым научились, а Вселенная выполнит свою часть контракта и даст вам желаемое и даже больше. Еще я хочу, чтобы вы имели в виду, что вы услышите много информации – Часть этой информации сразу будет вам понятна, она вам понравится, вы увидите в ней много здравого смысла, она действительно покажется вам реальным практическим способом добиться изменений. Другая часть информации, которую вы услышите во время этого обучения, может оказаться не такой доступной, и ее труднее будет проглотить, может быть, понадобится ее повторно обдумать. Вы не сразу окажетесь готовы полностью или безоговорочно ее принять. Ничего страшного в этом нет, и я прошу вас отложить такую информацию на полочку с надписью «Обдумать позже». Просто пусть она некоторое время полежит там, пока вы лучше не разберетесь в ней или не попробуете ею воспользоваться. Тогда просто достаньте ее с полки и используйте. Вам не нужно применять все, что вы слышите. Потому что при обучении по методу Сильва дается столько информации, что вы можете быть не готовы или вам, может быть, не нужно использовать это все. Просто возьмите то, что вы можете использовать, но добейтесь реальных изменений уже сегодня. Открытый разум, готовый впитывать то, что вы услышите, ваш отличный помощник. Просто слушайте, воспринимайте, выбирайте для себя то, что хотите, и откладывайте то, что не хотите или не можете использовать в настоящее время. Мой отец всегда говорил, разум работает лучше всего, когда он работает как парашют, то есть когда он открыт. Пока вы обдумываете и записываете свои цели, я немного расскажу об истории метода Сильва. Мой отец начал заниматься исследованиями в этом направлении, когда изучал гипноз, психологию, парапсихологию. На основе этой информации родился метод Сильва еще в начале 40-х. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы помочь нам, его детям, улучшить свою способность концентрировать внимание и запоминать уроки в школе. Он полагал, что с теми способностями, которые мы сможем развить, мы сможем большему научиться и будем получать более высокие оценки в школе, и это поможет нам добиться успеха в жизни. Он тогда и не подозревал, что его первоначальное намерение, не являясь основной целью исследования, тем не менее приведет к созданию программы которая буквально изменит жизнь миллионов людей к лучшему. В период приблизительно с 1944 по 1953 год мой отец работал с моими старшими братьями и сестрами. У нас было 10 детей, и я была одной из младших, восьмая по счету, чтобы быть точной. К тому времени, когда я начала проходить обучение, его исследование продолжалось уже давно. С самого начала стало очевидным, что его дети достигали даже большего, чем первоначально ожидал мой отец. Кроме того, что они научились расслабляться и концентрироваться, улучшили память и улучшили свои отметки, они также начали развивать свои интуитивные способности. Моя сестра Изабель была одной из тех, с кем он больше всего работал. Пусть она сама немного расскажет вам о своем опыте работы с папой. Привет, Лаура, большое спасибо! Я рада быть здесь вместе с тобой. И ты вспоминала, как мы росли все вместе и чем занимались. Когда я была еще подростком, обычно по воскресеньям, но иногда и каждый день недели, папа и я работали вместе. Мы начинали с простого классического гипноза, и по достижению определенного прогресса мы пришли к использованию регрессивного гипноза. Мне открывались различные события, которые казались очень интересными но не имевшими ничего общего с моей нынешней жизнью. Во время регрессии папа спрашивал, где я находилась, что я делала, была ли я замужем или сколько мне было лет, и вскоре он заметил, что даже прежде чем он задавал вопрос, у меня возникал ответ на него. Это вызвало в нем живой интерес и желание узнать, что еще могло ждать впереди за поворотом, чего никто из нас еще не знает. Вероятно, Примерно в это время интересы внимания папы были направлены на интуитивную природу человеческого разума. Это развитие интуитивной способности действительно произвело на него впечатление, и он начал в своих исследованиях уделять больше внимания этому аспекту. В последующие годы исследований моего отца претерпели изменения, и он начал обучать людей, как детей, так и взрослых, развивать свою интуицию. В тот период он совершенствовал то, что теперь известно как метод Сильва. Тогда, в 1966 году, группа художников из Амавилла, штат Техас, услышав его выступление, попросила, чтобы он рассказал им о своих исследованиях. Они надеялись, что это поможет развитию их творческого потенциала. Мой отец согласился и ознакомил их со своими знаниями, которыми он в то время делился в своих выступлениях и беседах. И таким образом состоялось первое представление метода Сильва общественности. В течение следующих двух лет мой отец был единственным лектором, который целыми днями ездил из города в город по всему Техасу. Мы почти не видели его, он все время был в дороге. К 1968 году он выдал сертификат первому лектору по методу Сильва, это была Нельда Шиц из первой группы художников, посетивших первые занятия в Амарилла, штат Техас. Пусть Нельда сама расскажет вам об этом. Спасибо, Лаура. Вспоминается октябрь 1966 года, когда Хосе Сильва из города Ларедо, штат Техас, впервые приехал в Амарилла, чтобы выступить перед студентами нашего профессора Додда Фитца. Что нас больше всего заинтриговало, это то, что у него был метод управления внутренними уровнями сознания. На занятиях по искусству мы изучали различные способы осознанного, контролируемого перехода на более глубокие уровни. Мы изучали гипноз. Практически мы провели выходные с гипнотизером, который вел нас к более глубоким уровням сознания. Говорил с нами о ценности гипноза. Это было интересно. Расслабляло, захватывало и развлекало но мы не узнали конкретной методики, которую мы могли бы использовать в своих художественных студиях. Любой художник, пишет ли он стихи, книги, музыку или живопись, знает, что определенные вещи могут поставить в тупик. Иногда это просто чистый листок бумаги или чистый холст. Из курса гипноза мы не узнали, как с этим справиться или как этого избегать. В наш класс также приходил учитель йоги, и она учила нас медитации в йоге. И опять, это расслабляло, иногда развлекало, но мы не узнали, как стать лучшим художником. Различие между опытным живописцем и истинным художником состоит в том, что истинный художник ⁇ ясновидец. К ясновицу приходит видение. Затем он переносит его на холст, на бумагу, выражает в танце или в любой форме искусства. Но сначала приходит видение. Поэтому для нас было действительно важно научиться развивать свое ясновидение. Он был тем, кого мы искали. Мы даже изучили книги доктора Карла Юнга, потому что он говорил о творческом потенциале, проистекающем из внутренних уровней сознания. Итак, когда мы услышали выступление Хосе Сильва на нашей встрече в 1966 году, мы поняли, что у него было именно то, что мы искали – техники, то есть практический метод, который давал нам ответ на вопрос «как». И именно поэтому я выбрала метод Сильва, чтобы стать истинным художником. По методу Сильва мы научились на соответствующем уровне сознания расширять свое воображение – Расширять свою визуализацию на дух цветка или на дух пейзажа, на дух человека на живописном полотне или портрете. Другими словами, мы научились проникать в саму суть предмета, чтобы вложить больше в свои живописные работы. Это то, что делал Ван Гог. Он изображал больше, потому что умел изображать дух деревьев и дух пейзажа на своих полотнах. Именно этого мы хотели добиться, чтобы стать лучшими художниками. Это было именно то, что я хотела сделать. На самом первом занятии с господином Сильво мы поняли, что мы учились не просто быть лучшими художниками, мы учились искусству жизни. Тогда, в 1969 году, к нему присоединились другие лекторы, одним из которых был Гарри Макнайт, и метод Сильва начал свое распространение. Гарри Макнайт уделял особое внимание документированию всего, что говорил мой отец в беседах или на лекциях, потому что мой папа имел обыкновение читать публичные лекции без конспекта. Все было в его голове, и он знал свой материал настолько хорошо, что никогда не вел записей, он никогда ничего не писал. Поэтому Гарри Макнайту, имевшему репутацию человека, который все переносил на бумагу, и удалось создать курс, руководство к нему – и учебные материалы для лекторов, которые по нему работали. Сначала метод Селева преподавался в Соединенных Штатах, затем в других странах. Уже через год он стал известен во многих странах и был переведен на множество различных языков от испанского до китайского на французский, корейский, итальянский, японский, греческий, русский, португальский и на много-много других. Ну, я думаю, что на данный момент у вас было достаточно времени, чтобы записать свои цели. Теперь спрячьте их подальше, чтобы перечитать через несколько месяцев. Не забудьте, куда вы их положили. Алисия Куртис и Дженни Дульчик, мои близкие друзья и преподаватели по методу Сильва в регионе Оклахомы, придумали формулу метода Сильва, которая изменила мир. У формулы четыре шага. Первый шаг. Научитесь эффективно управлять стрессом. Второй шаг. Думайте о том, чего вы хотите, и только об этом. Не тратьте время попусто на что-то другое. Третий шаг. Научитесь выходить за пределы ограничивающих убеждений. И четвертый ⁇ научитесь использовать больше ресурсов мозга и разума, чтобы быть в состоянии решать больше проблем, стать более успешным и жить той жизнью, которой хотите жить. Давайте начнем с первого шага ⁇ эффективного управления стрессом. Все мы знаем, что изо дня в день мы испытываем стресс. И стресс неплохая вещь. Он становится плохим, когда вы не можете им эффективно управлять. Есть такая вещь, как позитивный стресс, также известный как эй-стресс, и отрицательный стресс, также известный как дистресс. Позитивный стресс мотивирует вас, мобилизует, заряжает энергией, тогда как отрицательный стресс парализует вас, тормозит вашу деятельность, ваше мышление. Мы хотели бы больше сосредоточиться на том, как управлять так называемым отрицательным стрессом. Каждый раз, когда вы испытываете стресс, вы реагируете на него определенным образом. И реакция в значительной степени основана на том, во что вы верите, что думаете, как ведете себя, как относитесь к чему-либо, какие ценности имеете. Все эти различные факторы влияют на вашу реакцию на стресс. Главное, чего мы хотим здесь добиться, превратить реакцию в ответ. Все реагируют на стресс. И большинство людей реагирует на стресс похожим образом. Испытывая стресс, вы можете обнаружить, что с вашим телом и мышлением что-то происходит. Например, напрягаются мышцы. Вы начинаете дышать верхней частью груди. Дыхание становится более поверхностным. Зрачки сужаются. Сердце может биться немного быстрее. Вы потеете, напрягаетесь, сжимаете челюсть или напрягаете мышцы спины, рук, ног. Когда у человека происходят такие изменения во всем теле или его части, мы говорим, что у тела произошло повышение активности симпатической нервной системы в ответ на стресс. Это реакция на падение бегства. Реакция на падение бегства – ответ на восприятие опасности. Важно обратить внимание на события, вызывающие реакцию на падение бегства. Обычно мы испытываем стресс, когда не положили на место ключи когда опаздываем навстречу, застреваем в пробке или расстраиваемся из-за кого-то, кто хочет, чтобы мы сделали то, что нам не хочется, и ни одно из этих событий не представляет угрозу для нашей жизни. Помните, что реакция на падение бегства ⁇ ответ на воспринятую опасность. Ни одно из этих событий не опасно. И все же все это вызывает такие изменения в нашем теле, как прекращение пищеварения, мышечное напряжение, участившееся сердцебиение, приостановка внутренних процессов и все остальное, чего требует реакция нападения бегства. И мы делаем это при пустяках, которые этого не заслуживают. И все же мы говорим, но я ничего не могу с этим поделать, я так реагирую. Но, откровенно говоря, это неправда. Людям не обязательно реагировать на стресс. Они могут на него ответить. Когда вы научитесь делать это, вы начнете управлять стрессом более эффективно, а управляя им, вы не позволите ему управлять вами. Итак, мы должны понять, что происходит внутри нас, в нашем мыслительном процессе и в нашем теле. Как только мы добавляем больше осознанности, мы становимся способными управлять стрессом более эффективно и заставить его работать на нас. В большинстве случаев обнаруживается, что существуют подводные течения или глубинные причины того, почему мы реагируем на стресс определенным образом, а не отвечаем на него вместо этого. Обнаружилось, что большинство стрессов вызвано эмоциональными факторами, ощущением покинутости. Отверженности, чувством, что вы не контролируете ситуацию в целом, ощущением беспомощности и безнадежности. Эти эмоции заложены глубоко внутри и вызывают стресс. Запуская эти глубинные эмоции, мы выносим на поверхность то, что коренится в нашем прошлом. Существует огромное количество причин, почему мы реагируем именно так, связанных с событиями, случившимися с нами в прошлом и отложившимися в нашем сознании, как покинутость, отверженность, отсутствие контроля, беспомощность и безнадежность. Итак, хочу вам напомнить, что это только эмоции. И я напоминаю вам об этом потому, что когда мы говорим о реакции нападения бегства, то нападение бегства – это способы выжить как физическое существо, как раса, как человечество. Факт в том, что мы выжили. Нам не нужно спасаться бегством, чтобы защититься, защищать свою жизнь, не быть убитыми, чтобы выжить. Мы уже сделали это. Теперь мы должны понять, что эта реакция на стресс или реакция на падение бегства выработана в течение времени. И то, что раньше было частью нападения, теперь является гневом. Это эмоция. А то, что раньше было частью бегства, теперь является страхом. Это тоже эмоция. Таким образом, страх и гнев сейчас заменяют нападение и бегство. В этом есть здравый смысл, потому что страх и гнев – эмоции, к которым также относятся покинутость, отверженность, отсутствие контроля или чувство потери контроля, беспомощность и безнадежность, то, что, в свою очередь, вызывает эмоции гнева и страха. Таким образом, всякий раз, когда мы чувствуем стресс, мы должны спросить себя, что вызывает стресс, что порождает стресс, Получается, что ни с того ни с сего вы вызвали в себе чувство покинутости. Нечто вроде «ты покидаешь меня, ты уходишь, я остаюсь один». Или отверженности «я тебе не нужен, я тебе не нравлюсь, ты не принимаешь меня таким, какой я есть». Или потеряли контроль, когда вы хотите, чтобы все шло по-вашему и действительно расстраиваетесь, начинаете топать ногами. Нечто вроде «я хочу, чтобы это было так, а не иначе, Сделай это по-моему, или это безнадежность? Ах, у меня нет никакой надежды, я ничего не могу с этим поделать, это никогда не произойдет, это невозможно, нет никакого решения. Или беспомощность, я ничего не могу сделать, я не находчив. У меня нет ни навыков, ни знаний, ни ресурсов, чтобы это произошло. Я здесь беспомощен, я слаб. Любая из перечисленных эмоций – может вызывать страх или гнев и привести к стрессу. Но вы должны помнить, что когда стресс вызван, это тянется из вашего прошлого. Так кто на самом деле контролирует ситуацию, когда вы чувствуете или испытываете стресс, втягиваясь в него все глубже? Кто контролирует ситуацию? Действительно ли это вы взрослый, кто говорит таким образом? Или же это вы ребенок? потому что все вызванные эмоции уходят корнями в ваше прошлое. Но как далеко назад в прошлое? Когда в первый раз вы почувствовали покинутость? Может быть, когда ваши родители отправились на романтический ужин, и вы сказали, я тоже хочу пойти, а они не взяли вас, и вы почувствовали себя покинутым? Кто знает? Когда в первый раз вы почувствовали отверженность, это также могло быть опытом, пережитым в детстве? И кто может сказать, как давно в раннем детстве вы начали чувствовать отверженность, а затем это чувство укреплялось много лет и так до сих пор. Когда в первый раз вы почувствовали слабость, отсутствие контроля, беспомощность или безнадежность, и опять все это из вашего прошлого. И когда эти старые чувства выходят на поверхность, они приводят к гневу или страху, которые в свою очередь вызывают стресс. Так всякий раз. Когда вы чувствуете, что погружаетесь в стресс и начинаете чувствовать его физически где-нибудь в своем теле, в челюстях, шее, плечах, в животе, везде, где бы вы его не испытывали, в тот момент, когда вы почувствовали стресс, вы должны остановиться и спросить себя, откуда это идет? Чем это вызвано? Исходит ли это из моей потребности управлять ситуацией? А ведь я не могу все время управлять всем и всеми. Теперь вам нужно отделить себя от вас ребенка или вас прошлого, у которого нет знаний и опыта, имеющихся у вас взрослого. И теперь, как взрослый, скажите, как я могу лучше всего справиться с ситуацией. И затем сделайте именно так. Я хочу вернуться назад и напомнить вам, что реакция нападения бегства вырабатывалась в течение времени – и в настоящее время ее заменяют эмоции страха и гнева. Поэтому неудивительно, что стресс затрагивает весь наш жизненный опыт, влияет на нашу способность принимать решения, делать правильный выбор, обдумывать проблемы, проявлять творчество, успешно общаться с любимыми людьми и коллегами по работе. Неудивительно также и то, что стресс затрагивает нашу иммунную систему и может нанести ей существенный вред что в свою очередь может легко привести к болезни. Другими словами, стресс может оказать очень сильное отрицательное влияние на все наши поступки, а также на наше здоровье. Мы часто слышим, что 80% всех болезней обусловлены стрессом. Но с этим легко справиться, если начать с того, что всякий раз, когда вы начинаете испытывать стресс и ощущаете его физически в своем теле, вы сознательно прервете обычную реакцию. И сделав это, вы обретете способность осознанно и эффективно отвечать на стресс. Итак, в момент, когда вы чувствуете приближение стресса, остановитесь, закройте глаза, глубоко вздохните и скажите ⁇ Расслабься и обрети контроль ⁇ И затем проследите, где в вашем теле ощущается стресс. Вспомните, какая глубинная эмоция возникла. Чувствуете ли вы эмоцию покинутости, отверженности или отсутствия контроля над ситуацией или человеком, или вы ощущаете беспомощность и безнадежность. Как только вы это определите, вы признаете факт, возникшую эмоцию, которая относится к вашему прошлому. Может быть, это вы ребенок, испытывающий нехватку ресурсов, чтобы соответствующим образом справиться с ситуацией или принять ответственность за нее. Теперь вам необходимо отделить себя от вас ребенка, который начинает испытывать стресс. Позднее вам, возможно, придется вернуться к этому ребенку в последующей медитации. Мы еще поговорим об этом и поработаем с вами ребенком и дадим вам ребенку ресурсы, в которых вы нуждаетесь, чтобы понять то, что происходит с вами сегодня. Теперь вернитесь к себе взрослому и попробуйте найти лучшие способы справиться с тем, что вызывает стресс. Вы, ребенок, могли бы сказать «мне это не нравится» и затопят ногами, тогда как вы, взрослый, можете сказать «знаете что, мне это не нравится, но давайте посмотрим, как я могу исправить ситуацию». И затем вы предпринимаете соответствующие действия. И теперь вы, как взрослый человек, способны управлять стрессом и ситуацией более эффективно и более оптимально. Делая второй шаг, вы думаете о том, чего вы хотите, и только об этом. Самое главное, чему вы должны научиться в процессе данного обучения, это позитивно мыслить. Позитивное мышление означает думать и говорить о вещах, которых вы желаете. Тогда как негативное мышление, думать и говорить о вещах, которых вы не желаете. Позитивное мышление вообще чрезвычайно важный аспект жизни. Каждый раз, когда вы произносите такие слова, как ⁇ Я не могу, я не хочу ⁇ но, попытаюсь, или если, вы мыслите отрицательно. Следует также избегать фраз типа ⁇ Это действительно мне до смерти надоело, ⁇ Я не выношу этого, это меня бесит, я ненавижу это, это головная боль ⁇ Фразы такого типа только привлекают то, чего вы не хотите в вашу жизнь. Вы должны помнить, что мысль предшествует физическому воплощению. Я не говорю, что все, что вы говорите, непременно воплотится, но когда вы начинаете что-то говорить, и оно заряжено эмоциями типа ⁇ Я не выношу этого, я ненавижу это, это меня бесит ⁇ то вероятность воплощения сказанного увеличивается. С другой стороны, когда мы привыкаем к определенному типу мышления, это становится вредной привычкой. Многие из тех, кто говорит ⁇ Я не выношу этого ⁇ произносит эту фразу очень часто, или подобные фразы «у меня сердце замирает» или «это разбивает мне сердце», можно заметить, что те, кто имеет привычку говорить «это разбивает мне сердце», произносят эту фразу очень часто. Чем больше вы повторяете фразу, тем сильнее становится программа. Когда вы говорите что-то себе много-много раз, позитивно это или негативно, это становится своего рода аффирмацией и тогда аффирмация сбудется, потому что она повторяется снова и снова. Когда вы делаете такое повторение, вы программируете свой биологический компьютер определенной информацией, и эта информация прочно укоренится и проявит себя. Множество людей, употребляющих фразу «от этого одна головная боль», страдают от головной боли. Люди, которые говорят «это разбивает мне сердце», страдают от сердечных заболеваний. Люди, которые говорят «это у меня уже в печенках», страдают от заболеваний печени, а те, кто любит говорить «меня от этого тошнит», в итоге имеют больной желудок. Это не происходит все время именно так. Но я хочу, чтобы вы подумали о тех любителях употреблять такие фразы, которых вы знаете, потому что существует прямая зависимость между тем, что вы говорите, и как вы живете. Мысль предшествует физической манифестации вы тратите впустую свое время и энергию, думая и привлекая то, чего вы не хотите в свою жизнь. Перестаньте, остановитесь и начните вместо этого думать о том, чего вы хотите. Люди часто говорят, «Минуточку, я очень позитивно мыслящий человек. Я не хочу быть больным, я не хочу быть несчастным, я не хочу, чтобы мой брак распался, я не хочу быть бедным. Вы видите, насколько я позитивен?» Но знаете что? В тот самый момент, когда вы начали говорить «я не хочу быть больным», вы именно об этом и думали. Вы думали о том, каково быть больным. Позвольте мне попросить вас кое-что сделать. Не думайте о розовом слоне. И вы делаете именно это. Вы думаете о розовом слоне. И мало того, вы создаете образ розового слона. Вы изображаете розового слона на мысленном экране своего ума – – это тот экран, который видит Вселенная. Вы и Вселенная смотрите ту же кинокартину. Когда вы говорите «я не хочу быть больным» и проецируете изображение себя больного, догадываетесь ли вы, что получите в результате? Вы сообщаете себе, своему телу, мозгу, разуму и Вселенной «я хочу быть больным». А если вместо этого вы скажете Вселенной «я хочу быть здоровым», «я хочу быть сильным», знаете, что получится? С течением времени вы станете здоровыми и сильными. Если вы скажете Вселенной, я хочу, чтобы мой брак работал, я хочу, чтобы мы поддерживали и любили друг друга, знаете, что получится. Вы не только говорите своему телу, мозгу и разуму, но и всей Вселенной, что вы хотите иметь эти вещи. И Вселенная ответит согласием. Тоже относится к изобилию, тоже относится к счастью. Независимо от того, что вы хотите привлечь в свою жизнь, вы должны думать, говорить и рисовать это воображение, чтобы это проявилось в вашей жизни. Меня часто спрашивают, а что я должен сказать, когда люди спрашивают меня, как дела? Просто скажите, лучше и лучше. Вы не должны говорить им правду. Вы не должны говорить людям, представляете, у меня случилась ужасная неприятность. Я не могу оплатить свои счета, от меня ушел муж, мои дети не обращают на меня внимания. Почему вы говорите им, что происходит в вашей жизни? Они не врачи, они не ваши духовные целители, они не ваши банковские служащие, они не собираются давать вам денег. Так почему вы изливаете душу кому-то, кто не собирается давать вам ничего взамен? Фактически, чем больше вы говорите о своих отрицательных ситуациях с людьми, тем больше это распространяется среди других, и в итоге негативная энергия возвращается к вам обратно. К тому же людей, думающих о вас отрицательно, станет больше, чем вам бы хотелось. Почему просто не сказать «лучше и лучше», «моя жизнь становится прекрасной» или «моя жизнь становится лучше с каждым днем». Люди, которым вы это скажете, понесут это дальше и скажут другим «знаете что, я на днях видел такую-то. Она выглядит потрясающе. Она добивается все больших успехов. Я слышал, что все у нее хорошо и становится еще лучше. Потом они передадут это дальше, как это обычно делается. Все вернется к вам. И много людей будет думать о вас позитивно, посылая вам больше энергии для воплощения того, что вы хотите. Позитивное мышление не просто сказать «я думаю» и все осуществится. Позитивное мышление подразумевает осознанное размышление о том, что вы хотите привлечь в свою жизнь, создание образа желаемого и постоянное повторение этого образа. Так что же вы должны сделать, чтобы изменить полярность своих мыслей с негативных на позитивные? Все очень просто. Каждый раз, когда вы ловите себя на негативных мыслях, просто скажите себе, ⁇ отменяю ⁇ Отменяю. И это будет означать, что вы прерываете течение негативной мысли или утверждения. Но не останавливайтесь на этом. Замените эту мысль более позитивной. К примеру, если вы словили себя на мысли ⁇ У меня сердце разрывается, когда я вижу такое ⁇ то после фразы ⁇ Отменяю ⁇ отменяю ⁇ можно сказать ⁇ Это меня расстраивает ⁇ или ⁇ Это огорчает меня ⁇ но в итоге ваше сердце не должно разорваться от горя. Такой процесс называют уборкой внутреннего, умственного дома. И он состоит из трех шагов. Во-первых, признание. Вы должны признать, что мысль, которую вы выражаете, не приносит вам пользы. Во-вторых, отмените отрицательную мысль, сказав себе ⁇ Отменяю, отменяю ⁇ И в-третьих, вы должны заменить отрицательную мысль, альтернативной мыслью или утверждением, которое соответствует тому, что вы хотите. Вы, вероятно, помните, как вначале я говорила о том, что для воплощения позитивных перемен в своей жизни, вы должны изменить свой стиль мышления, свои убеждения и свое поведение. Вы узнали, как изменить свой стиль мышления, и теперь можете открыть дверь для позитивных воплощений. Третий шаг к формуле сильва, которая изменила мир, подразумевает выход за пределы ограничивающих вас убеждений. Многие наши убеждения родом из раннего детства и часто ассоциируются с событиями, связанными со старшими родителями и образованием. Эти события могут иметь позитивную или негативную природу, чаще всего они работают на субъективном уровне и оказывают огромное воздействие на наши жизни. Но сначала мы должны понять, а что, собственно, подразумевается под убеждением. Я часто спрашиваю у людей, что такое убеждение? Дайте определение убеждения. И мне отвечает нечто вроде, ну, в общем, убеждение – это… Люди часто не могут дать точное определение убеждения. А если вы не знаете, что такое убеждение, как вы можете над ним работать? Как вы можете изменить его к лучшему – как вы можете избавиться от негативного убеждения или изменить его? Проще говоря, убеждение ⁇ это то, во что вы верите, или утверждение, которое вы считаете истинным и которым вы руководствуетесь в своей жизни. Если ваш жизненный опыт включает нечто, что вас огорчает, например, ваше здоровье может быть хуже, чем вам бы хотелось, вам может не хватать денег, чтобы заплатить по счетам, обеспечить себя или свою семью, вы можете состоять в плохих отношениях с партнером. Как бы ни складывалась ваша ситуация, вы проживаете свою жизнь в соответствии со своими убеждениями. Во многом то, как складывается ваша жизнь, зависит от того, во что вы верите. Некоторые из этих убеждений очень легко изменить. Вы просто должны изменить формулировку утверждения. Таким образом, вы буквально изменяете само убеждение – и оказываетесь в состоянии привлечь иной результат в свою жизнь, дать произойти другим событиям. Например, изменение формулировки убеждения ⁇ У меня так много проблем, что я никогда не буду счастлив ⁇ на следующую ⁇ Я решу свои проблемы и создам больше счастья в своей жизни ⁇ может изменить всю вашу жизнь. Хороший способ определить, каковы ваши убеждения относительно того, чего вы заслуживаете в жизни, это понаблюдать за своей жизнью. Если ваши убеждения о жизни, любви, здоровье, счастье, в изобилии работают на вас, сохраняйте их. В противном случае их нужно изменить. Я часто прошу людей перечислить свои ограничивающие убеждения, и им очень трудно назвать хотя бы одно. Мне часто говорят, я хочу быть здоровым, но... С этой болезнью это никогда не случится. Или говорят ⁇ Жаль, что я не зарабатываю больше денег, но с моим образованием это невозможно ⁇ Или ⁇ Я хотела бы найти прекрасного партнера, но всех хороших уже разобрали ⁇ Или ⁇ Я действительно хочу быть счастливее, но мое прошлое мешает ⁇ Каждый раз, когда вы используете слово ⁇ но ⁇ вы выдаете одно из своих ограничивающих убеждений. Когда же я спрашиваю, а почему вы не так счастливы, как хотели бы, мне говорят, ну вы не знаете, у меня же муж, не дай бог, или моя жена, или мой начальник, он просто ужасный. Знаете что? Это ограничивающее убеждение. Каждый раз, когда вы говорите, да, но, вы всего лишь высказываете свое ограничивающее убеждение. Более того, вы тычете пальцами и обвиняете. Вы говорите все из-за того или из-за этого, все из-за него или из-за нее, не понимая, что в ответ на вас указывают три пальца. Все дело в том, как вы думаете и во что верите. Если вам не нравится ваша жизнь, измените свои убеждения. Измените их, чтобы привлечь в свою жизнь больше тех вещей, которых вы действительно желаете. Четвертый шаг подразумевает более полное использование ресурсов мозга и разума. Для этого вам надо научиться замедлять частоту колебаний мозговых волн до частот в диапазоне альфа и тета. Затем надо научиться использовать свой разум на этих частотах для решения задач, проявления большего творческого потенциала, улучшения здоровья, умственных способностей в целом, таким образом научившись использовать потенциал обоих полушарий вашего мозга. Использование только одного полушария мозга напоминает танец на одной ноге. На двух ногах получится намного лучше. Ваш мозг состоит приблизительно из 100 миллиардов нейронов. Нейроны функционируют непрерывно, испуская энергию и затем отдыхая. Количество циклов энергетических импульсов и покоя в секунду называется частотой. Огромное множество нейронов вашего мозга постоянно пульсирует с некоторой частотой. По всему мозгу различные скопления нейронов пульсируют с различной частотой. Например, когда вы крепко спите, большая часть нейронов пульсирует с очень низкой частотой. Они пульсируют быстрее, когда вы спите не крепко, и еще быстрее, когда вы бодрствуете. Средняя вибрация мозга взрослого в состоянии бодрствования обычно составляет приблизительно 20 циклов в секунду. Частоты мозговых колебаний в диапазоне от 14 до 21 цикла в секунду называются бета-частотами мозга. Эти частоты связаны с внешним объективным миром – Мозг, работая в бета-диапазоне, воспринимает и получает информацию с помощью внешних физических чувств и сохраняет ориентацию во времени и пространстве. Это имеет отношение к внешним осознанным уровням сознания. Более медленные частоты мозговых колебаний от 7 до 14 циклов в секунду известны как альфа. Эти альфа-частоты связаны с творческим потенциалом и воображением, с интуицией, фантазией. Во время работы мозга на альфа-частотах мышление очень динамично. Интеллект человека может задавать вопросы, исследовать, делать логические выводы, а также находить решения проблемных ситуаций. При обучении по методу Сильва мы используем то, что называется динамической медитацией. Она противоположна пассивной медитации. Пассивная медитация осуществляется в тета-диапазоне. Тета лежит в пределах от 4 до 7 циклов в секунду. Функционеры в тета-диапазоне человек использует индуктивное мышление. Оно сильно отличается от дедуктивного. Как только человек задает вопрос функционеры в тета-диапазоне, его частота мозговых колебаний поднимается до бета или альфа-частот. Альфа и тета не связаны напрямую с физическим миром или физическими чувствами. Мы не всегда осознаем время и место в этом измерении. Поэтому во время медитации вы можете испытать некоторые искажения временного пространства. Одно из преимуществ функционирования на внутренних уровнях сознания – получение доступа к своей интуиции и использование субъективных чувств для получения информации и достижения поставленных целей. И, наконец, существуют низкие частоты менее 4 циклов в секунду, которых мы достигаем во время глубокого сна. Они называются дельта-частотами мозговых волн. Очень немногие люди могут запоминать информацию, находясь в дельта-диапазоне. На данный момент о дельта-диапазоне известно очень мало. А теперь, поговорив о мозге, давайте перейдем к разуму. При обучении по методу Сильва мы рассматриваем разум как фокусирующую функцию интеллекта, позволяющую интеллекту настраивать себя во времени и пространстве. Точно так же, как ваши глаза обладают способностью фокусировки и настройки зрения на далеко или близко расположенные объекты, через разум наше сознание может настраивать себя на далеко или близко расположенные объекты, прошедшие, настоящие или будущие, и заставлять мозг функционировать в различных частотах. Когда мы хотим медитировать, именно через разум мы настраиваемся на более низкие частоты мозга – когда сознание хочет быть более активным, тогда оно через разум настраивает себя на более высокие частоты мозга. У разума имеется свой набор настроек восприятия. Он может видеть, слышать, ощущать вкус, осязать и чувствовать запах, но без барьера времени или места. А это означает, что разум может проецировать свои способности по восприятию в прошлое и получить информацию о том, что произошло, передать ее в настоящее – и внести исправление. Это также означает, что разум может спроецировать свои чувства в будущее и создать в будущем форму или модель того, что вы хотите достичь, чтобы с течением времени вы могли заполнить форму и воплотить в будущем то, чего вы хотите. Попутно вы заметите, что будете использовать свои визуальные способности, вы будете визуализировать или воображать определенные вещи – и это два абсолютно разных аспекта построения образов. Визуализация должна напоминать то, что вы уже видели или испытали, тогда как воображение создает что-то впервые. Поэтому, когда вы мысленно проецируете свои чувства в прошлое, вы фактически визуализируете или вспоминаете прошлые события своей жизни. Когда вы мысленно проецируете свои чувства в будущее, вы воображаете или создаете то, что хотите для себя в будущем. Вы также можете мысленно спроецировать свои чувства в микрокосм, то есть вы можете мысленно спроецировать свои чувства на субатомный, атомный или молекулярный уровень или уровень ткани органа. Сделав это, вы также потенциально можете использовать свое воображение, чтобы помочь себе исцелиться всякий раз, когда у вас возникнут проблемы со здоровьем. Но не останавливайтесь на этом, Используя воображение, вы можете мысленно спроецировать свои чувства так далеко в макрокосм, как захотите. И важнее всего понять то, что вы можете мысленно спроецировать свои чувства туда, куда нужно, в прошлое, настоящее или будущее, или пройдя сквозь измерение, получить любой вид необходимой информации для решения проблем. А главное, чем больше проблем вы решаете, тем больших успехов добьетесь. Успех же порождает успех, от микрокосма до макрокосма человеческое сознание всегда в поиске информации, и оно в состоянии найти ее. Как видно из всего сказанного, мозги и разум работают вместе, и сочетая их работу, вы можете пробудить внутри себя гения. Чем больше доступ вы получаете к своему мозгу, тем больше доступ вы получаете к духовному измерению. Лучший способ получить доступ к духовному измерению, также известному как субъективное измерение или внутренний мир, это медитация. Через несколько минут мы проведем короткую медитацию, но сначала позвольте мне немного рассказать вам о ее структуре. У каждой медитации, независимо от того, какую систему или методику вы используете, есть четыре основных компонента. Первый ⁇ вхождение. Второй ⁇ углубление. Третий ⁇ программирование. И четвертый ⁇ выход. Вхождение может быть сделано многими способами. Например, вы можете просто закрыть глаза, глубоко вздохнуть и расслабиться. В упражнении мы просто сделаем три глубоких дыхания. Первое дыхание должно расслабить тело от головы до пальцев ног. При этом вы воображаете волну расслабления, медленно текущую вниз и чувствуете, как все ваше тело расслабляется. Второе дыхание должно расслабить разум. Ваши мысли должны быть спокойными и пассивными, и я помогу вам этого достичь. Третье дыхание позволит вам погрузиться в медитацию. Второй компонент ⁇ углубление. Углубление означает простое погружение глубже внутрь себя. Углубление не имеет отношения к частоте мозговых колебаний. Вместо этого мы говорим о ее понижении. Фактически, когда вы практикуете и достигаете более глубокого уровня сознания, у вас появляется повышенное чувство осознанности. Нет никаких физических измерений, которые бы могли показать, что вы погружаетесь на более глубокие уровни сознания. Не забывайте, что сознание или разум не является физическим. Ваш разум не испускает никакой измеримой физической энергии. Это ваш мозг испускает сигналы физической энергии и ее можно измерить электроэнцефалографом, но это не разум. Так как ваш разум неосязаем и выполняет сенсорную функцию интеллекта, то и физической энергии, связанной с разумом, не существует. Во время упражнения я помогу вам углубиться, ведя обратный отсчет от 10 до 1. Затем вы погрузитесь еще немного глубже в сознание, мысленно спроецировав свои чувства в идеальное место расслабления. Это может быть ваша кровать дома, любимая кушетка или диван. Любое место, где вы чувствуете, что можете физически расслабиться, идеально для проецирования во время медитации. Третий компонент медитации ⁇ программирование. Это когда вы про себя повторяете аффирмации или применяете технику, направленную на получение определенного результата. Вы можете также ставить свои цели на этом этапе, посылать энергию к своим целям, или использовать свое воображение для того, чтобы излечить себя или других. Во время упражнений я собираюсь запрограммировать определенные позитивные фразы, и одна из них называется утверждением гения. Она звучит следующим образом. Мышление гения отличается от мышления обыкновенного человека тем, что гении используют больше возможностей своего разума и делают это особым образом. Сейчас вы учитесь задействовать больше возможностей своего разума и делать это особым образом. Другие утверждения называются утверждениями, которые принесут вам пользу, и вы мысленно будете повторять эти утверждения за мной. Я дам вам много времени для повторения. Утверждения звучат так. Возможности моего разума расширяются для служения благу человечества. Каждый день и во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше и лучше. Позитивные мысли приносят мне благо и пользу, которых я желаю. Я полностью и самостоятельно контролирую свои способности по восприятию на этом уровне сознания, а также на всех других уровнях сознания, включая внешний осмысленный уровень. И это действительно так. Четвертый компонент – выход. Это просто означает, что вы можете выйти из медитации, открыв глаза или сосчитав про себя от 1 до 3 или от 1 до 5 или просто заснув, если вы медитируете ночью. Во время упражнения я сосчитаю от 1 до 5. На счет 5 вы откроете глаза и выйдете из медитации, чувствуя себя бодрым и здоровым. Это просто более мягкий способ вывести вас из медитации. Помните, все медитации должны осуществляться в безопасной, тихой атмосфере, где вы можете сосредоточить свое внимание на углублении в себя и получить наилучшие результаты. Чтобы подготовиться к упражнению, мы рекомендуем предварительно один раз прослушать упражнение, прежде чем его делать. Затем найдите себе укромное тихое местечко, например, удобный стул, это может быть даже ваша кровать, Единственное, что вам следует иметь в виду, это то, что если вам станет слишком удобно, вы можете заснуть. Потому что то, что вы собираетесь сделать, почти повторяет то, что вы делаете, засыпая вечером. Вы устраиваетесь поудобнее, закрываете глаза, делаете глубокий вздох и позволяете себе заснуть. Только на этот раз мы поможем вам не засыпать. Мы хотим, чтобы вы оставались в состоянии сознания и бодрствования поскольку вы учитесь замедлять чистоту колебаний своего мозга и входить во внутренние уровни сознания. И когда я говорю «глубоко вздохните», сделайте очень глубокий вздох, полностью наполнив воздухом живот на вдохе и выпустив весь воздух из живота на выдохе. А теперь давайте приготовимся к упражнению. Примите удобное положение, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, а при выдохе полностью расслабьте свое тело от головы до пальцев ног. Сделайте еще один глубокий вдох, а при выдохе расслабьте свой разум, пусть через него текут мирные и спокойные образы. Делайте еще один глубокий вдох и при выдохе почувствуйте, насколько вы расслаблены. Это чувство полного расслабления восхитительно. Это очень здоровое состояние. чтобы помочь вам перейти к более глубокому и здоровому уровню сознания, я буду вести обратный отсчет от десяти. По мере уменьшения цифр вы почувствуете, как погружаетесь глубже и проникаете на все более глубокий и здоровый уровень сознания. Десять. Девять. Почувствуйте, что проникаете глубже. Восемь, семь, шесть. Все глубже и глубже. Пять, четыре, три, еще глубже. Два, один. Сейчас вы на более глубоком и здоровом уровне сознания, глубже, чем до этого. Чтобы еще глубже погрузиться в сознание и здоровье, просто расслабьте веки. Расслабьте свои веки. Почувствуйте. Насколько они расслаблены. Разрешите этому чувству расслабления медленно разлиться по вашему телу ниже до самых кончиков носков. Чувство полного расслабления восхитительно ⁇ это очень здоровое состояние. Чтобы помочь вам проникнуть на более глубокий и здоровый уровень сознания, я сосчитаю от одного до трех и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы мысленно представите себя в вашем идеальном месте для расслабления. Затем я замолчу, и когда вы услышите мой голос снова, один час времени пройдет на этом уровне сознания. Мой голос не потревожит вас. Вы сделаете глубокий вдох, расслабитесь и погрузитесь еще глубже. Один, два, три. Мысленно перенеситесь в свое идеальное место для расслабления, пока не услышите мой голос снова. Расслабьтесь. Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох, а на выдохе расслабьтесь и погрузитесь глубже. Далее следуют утверждения гения, которые принесут вам пользу. Мышление гения отличается от мышления обыкновенного человека тем, что гении используют больше возможностей своего разума, и делают это особым образом. Сейчас вы учитесь задействовать больше возможностей своего разума и делать это особым образом. Далее следуют утверждения, которые принесут вам пользу. Мысленно повторяйте за мной. Возможности моего разума расширяются для служения благу человечества. Каждый день и во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше и лучше. Позитивные мысли приносят мне благо и пользу, которых я желаю. Я полностью контролирую свои способности по восприятию на этом уровне сознания, а также на всех других уровнях сознания, включая внешний осмысленный уровень, и это действительно так. Я всегда сохраняю идеально здоровое тело, дух и иммунную систему. Каждый раз, когда вы действуете на этих уровнях сознания, вы извлекаете пользу как физическую, так и психическую. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь себе физически и психически. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь своим любимым физически и психически. Вы можете использовать эти уровни сознания, чтобы помочь любому человеку, который нуждается в помощи физически и психически. вы будете использовать эти уровни сознания только конструктивно и творчески, с добрыми, честными, чистыми, непорочными и позитивными намерениями. И это действительно так. Через мгновение я сосчитаю от одного до пяти и сделаю щелчок пальцами. В этот момент вы откроете глаза, будете чувствовать себя бодро и хорошо, здоровье будет отличным, самочувствие лучше, чем прежде. Вы будете чувствовать себя так, как после здорового, восстанавливающего, освежающего, расслабляющего сна. Один. Два. Сейчас медленно выходим. Три. На счет пять вы откроете глаза, будете чувствовать себя хорошо и бодро. Здоровье будет отличным, самочувствие лучше, чем прежде. Вы будете чувствовать себя так, как после здорового, восстанавливающего, освежающего, расслабляющего сна четыре, пять. Глаза открыты, вы чувствуете себя хорошо и бодро, здоровье отличное, самочувствие лучше, чем прежде. И это действительно так.